В Алматы открыли учебно-ресторанный комплекс при Казахстанско-швейцарском институте туризма и гостиничного бизнеса. Здесь будут обучать не только студентов швейцарской программы, но и учащихся Алматинского технологического университета и колледжа. В церемонии открытия принял участие замакима города Максат Кикимов. Мероприятие приурочили ко дню столицы. Собственно говоря, он спланирован по швейцарской технологии. Этот комплекс нам помогли спроектировать швейцарцы. Конечно, мы берем лучшие европейские стандарты и внедряем их в Казахстане. В новом комплексе есть свой учебный ресторан. Здесь будут обучать официантов, барменов, поваров и пекарей. На кухне встроена вся необходимая техника. Это современное оборудование для пекарни и для приготовления самых различных блюд. В общем, организаторы постарались создать все условия, чтобы студенты могли полностью погрузиться в обязанности своей будущей профессии. Планируем проводить курсы по профессии бариста. То есть мы студентов будем обучать, как готовить кофе, какие виды кофе существуют, как их нужно правильно подавать, правила подачи горячих напитков. У нас есть ледогенераторы и все необходимое для приготовления коктейлей. То есть это уже относится к профессии миксология. То есть студенты не только научатся обслуживать, но еще и сами готовить и, конечно же, сами пробовать. А на втором этаже здания находится мини-гостиница на 10 номеров. Здесь будут практиковаться будущие швейцары, горничные, консьержи и менеджеры. Каждый номер оборудован всеми необходимыми принадлежностями, чтобы студенты могли освоить технологию обслуживания. Самое главное, говорят представители комплекса, обучить востребованных специалистов мирового класса. Постараемся воссоздать все реалии гостиничного бизнеса, все реалии ресторанного бизнеса. Таким образом, когда они столкнутся с тем, что происходит в наших ресторанах, как это все происходит в гостиницах, у них не будет вот этого состояния, знаете, неопределенности, у них не будет состояния потерянности. То есть таким образом мы максимально подготовим их к работе. Кроме этого, в новом здании открыли центр для обслуживания студентов. В режиме одного окна учащиеся смогут быстро оформить необходимую справку, подать заявление на поступление или получить другие виды услуг. Новый проект избавит студентов университета от лишних хлопот. Айдана Нуражганикалуев, телеканал Алматы.